Видео подготовлено сайтом онлайн-гдз.нет. Давайте выполним упражнение номер 6 на странице 8 учебника математики для первого класса, автора Дорофеева. Восстанови примеры. 7 минус 5 плюс 2. 7 минус 5, это получится 2. 2 плюс 2 получится 4. И чтобы получилось 7, нужно прибавить еще 3. 4 плюс 6 минус 3. 4 плюс 6 получится 10. 10 минус 3 получится 7. И чтобы получилось 4, нужно вычесть 3. Если вам понравилось видео, смотрите остальные решения на нашем сайте. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под видео.